Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Оперативная сводка в материале программы. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства таможенного управления по городу Ташкент во взаимодействии со службой государственной безопасности, в Сергелейском районе столицы были остановлены и досмотрены при участии понятых двое граждан, за которыми ранее было установлено наблюдение. В процессе досмотра в карманах гражданина Абдухалилова были обнаружены 5 единиц бумажных свертка, в которых находилось наркотическое вещество гашиш, а при гражданине Бибасинове были обнаружены наличные денежные средства, полученные от гражданина Абдухалилова за наркотики в количестве 2 миллионов 827 тысяч сум и $200 США, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. Оперативное мероприятие было продолжено и были досмотрены при участии понятых дома граждан, живших в Сергелийском и Янгиюльском районах. В результате в одном из домов было обнаружено 2 пластиковых свертка, в которых хранилось наркотическое вещество гашиш. Около 113,5 граммов гашиша было изъято у правонарушителей в ходе проведенных оперативных мероприятий. Очередной факт незаконного оборота наркотических средств выявлен на территории Чиланзарского района столицы. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства таможенного управления по городу Ташкент во взаимодействии со службой государственной безопасности. В ходе мероприятия был остановлен и досмотрен при участии понятых автомобиль марки «Ласетти», за рулем которого находился гражданин Ташев, передвигавшийся по Чиланзарскому району столицы, пренебрегая правилами карантина. В результате произведенного досмотра в сумке от ноутбука, принадлежавшего ехавшему в автомобиле в качестве пассажира гражданину Алиеву, было обнаружено завернутое в полиэтилен наркотическое вещество опий в количестве около 203 граммов. Как выяснилось, наркотики гражданину Алиеву в Ташкент доставил из Сурхандаринской области на своем автотранспортном средстве марки «Исузу» некий гражданин Джураев, который также был задержан в ходе оперативного мероприятия. В результате очередного оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства таможенного управления по Ташкентской области во взаимодействии со службой государственной безопасности, пресечен очередной факт незаконного оборота наркотического вещества гашиш. Был остановлен и досмотрен при участии понятых автомобиль марки «Ласетти», передвигавшийся по Зангиотинскому району области. В результате произведенного осмотра при помощи служебных собак Национального кинологического центра Государственного таможенного комитета под сиденьями автомобиля, на котором сидел ехавший в качестве пассажира гражданин Якубов, было обнаружено спрятанное этим же гражданином завернутое в полиэтилен наркотическое вещество гашиш в общем количестве 59 грамм и предназначенное на покупку наркотиков $1050 США. Было установлено, что гражданин Якубов получил наркотики от своего брата, а его брату их доставили из Андижанской области граждане Машрабджанов и Лютфеевы. В ходе мероприятия было досмотрено при участии понятых временное место жительства этих граждан, находящееся в Екатеринбургском районе столицы. В результате в квартире были обнаружены специальные приспособления, использованные при употреблении наркотиков, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. В настоящее время по всем выявленным фактам правонарушений ведутся предварительные следствия. Следует отметить, что с начала года сотрудниками таможни нашей республики в результате проведенных мероприятий в сфере борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями, а также таможенного досмотра было выявлено 115 фактов правонарушений, в результате которых вовремя было пресечено незаконное перемещение более 22 килограммов наркотических средств и 4888 единиц психотропных веществ.